Мир не без добрых людей. Накануне в Доме детского творчества «Остров» состоялся благотворительный вечер в пользу маленькой больной девочки. Свиридова Ярослава совсем еще ребенок, ей всего 4 года, но она уже борется с серьезнейшей болезнью – у малышки острый лимфобластный лейкоз. В настоящее время мама Ярославы проходит с дочерью лечение в Челябинском детском онкогематологическом центре. Врачи говорят, что по статистике вероятность выздоровления с таким заболеванием 80%. Мама обратилась в немецкую клинику, где вылечивают таких больных. Чтобы провести лечение, необходимо свыше 1 000 000 рублей. Таких денег у семьи Свиридовых, к сожалению, нет. Мама воспитывает ребенка одна. Источник денежных средств – только пенсия. Спасают родственники и близкие друзья. Любовь говорит, что очень прочувствовала фразу «Не имей 100 рублей, а имей 100 друзей». Сегодня мы решили организовать благотворительное мероприятие «Доброе сердце». Мы его уже организовывали в прошлом году. В этом году появился еще один ребенок, которому необходима помощь. Это страшная болезнь, онкология. Девочке 4 годика, и она уже такая мужественная и борется. И нужна огромная сумма для лечения в Германии. И мы надеемся, что мы ее соберем. Нужно собрать до ноября. В конце ноября они, возможно, поедут в Германию. Ну и там уже будет известна дальнейшая судьба девочки. Пока на сегодняшний день собрано всего около 500 тысяч. Нужно 1 100 000. Для детей, пришедших на благотворительный вечер, были организованы творческие мастерские, детский фэс-арт, интересная развлекательная программа. Все собранные деньги будут перечислены на лечение Ярославы Свиридовой.